Всем привет! Сегодня мы посетим бункер 42. Я покажу вам небольшую часть экскурсии по бункеру, а далее мы с вами прогуляемся по ресторанным залам этого бункера. Будет интересно! Бункер 42 – это первый противоядерный бункер на постсоветском пространстве, доступный для посещения. Он построен по последним технологиям того времени, вследствие проведения экспериментов по ядерным взрывам. Здесь располагался командный пункт авиации. Находится он в центре Москвы и был официально рассекречен в 2008 году. На протяжении всего времени бункер был действующим и работал в штатном режиме. Автономную деятельность осуществлял в октябре 1962 года. А сейчас мы направляемся по различным залам ресторана. Зал «Диалог» площадью 25 квадратных метров, вместимостью до 10 человек. Стоимость такого зала 10 тысяч в час. Малый зал площадью 50 квадратных метров вмещает, в зависимости от рассадки, от 25 до 50 человек. Стоит 15 тысяч в час. Генеральский зал площадью 80 квадратных метров вмещает также до 50 человек и стоит также 15 тысяч в час. Красная welcome зона. Здесь могут проходить кофе-брейки. Вода, кофе, сладости. Все это можно организовать здесь. Детский зал для праздников, детских дней рождения. 2 часа бесплатно. Это специально оборудованная курительная комната, куда можно выйти, покурить и посидеть. Сердце бункера, а именно ресторанного блока, это зал Родина для очень больших корпоративов, праздников. Его площадь 50 квадратных метров, вмещает до 250 человек. Стоит такой зал 50 тысяч в час. Здесь два этажа, первый и второй. Такой вид открывается со второго этажа. Белый зал – самый популярный зал. Площадь 310 квадратных метров. Вмещает до 250 человек и стоит 25 тысяч в час.
Ресторан находится на глубине 65 метров под землей. Открыт для всех желающих для посещения. Кто хочет вкусно покушать, проход бесплатно. Здесь играет ретро-музыка, показывают советские фильмы. По выходным играет живая музыка. Тут можно попробовать любые блюда наших советских деятелей. Брежнева, Сталина, Андропова, Берии и других. Здесь вы можете ознакомиться с ассортиментом и некоторыми ценами этого ресторана. Можно нажать «Стоп» и ознакомиться с ценами подробнее. В бункере 42 проводятся индивидуальные и групповые экскурсии по музею. Можно узнать много интересного о нем. Есть даже разнообразные варианты коллективного досуга. Лазертаг, фаертаг, квесты. Мне здесь очень понравилось и на экскурсии, и в ресторане. Очень атмосферно.